Здравствуйте, с вами No Rules, это прохождение на Tomb Raider 2013 года. Скажем так, это ремейк предыдущим частям. Как бы переработали, перезапустили на новый движок, новая графика и новые приключения, можно так вот сказать. Я уже играл. Давно уже, очень давно, где-то уже, может быть, год назад проходил. И вот решил сделать прохождение, уже только закинуть его на YouTube. Так что давайте начнем проходить Tomb Raider. Вот я выбрал ячеечку. Сложность низкая. Один известный путешественник сказал: исключительно не мы, а то, что мы делаем. Я отправилась на поиски себя и приключений. Но приключения сами нашли меня. Тяжелые минуты, когда жизнь проносится перед глазами, мы находим то, что нас поддерживает. То, что придает нам сил. Начало такое прикольное. Смотрите, ребята, у меня аж движок не тянет. Думаю, будет все нормально. Так вот, где это мы? Нужно как-то выбираться, чтобы скачиваться в левую траву. Иона! Так, давайте будем раскачиваться.
Вниз. Мне нужно вниз. Я не могу так умереть. Вот, нужно берегу как-то перевалить. Мне будет больно. Ой. Где это я? О, какое-то жертвоприношение, что ли? Факел. Что-то здесь можно было взять. Ага, факел, да, ну, давайте возьмем его. Вот. Ага, нужно держать. Здесь бегать, что-то мне непонятно. О, нет, другого слышу. Черт возьми. Вот подсвечивание, что нужно делать. Так вот, можно было сделать. Ух ты! Не трогай меня! Хватит! Верни! Почти. Почти. Вернись! Надо идти дальше. Выбираться отсюда. Так, нужно как-то тоже что-то сделать. Вот какие-то головоломочки. Хватит их. Огонь. Слава богу. Будем решать.
это еще что такое? Водопад нужно как-то. Что же ты тут здесь сделать так? Нужно как-то подпалить там с той стороны. У меня есть идейка. Да, вот видите, там только как заставить его пуститься. Нет, нет, здесь что-то я не так сделал. Что ж, давайте же продолжим искать. Я так вот сделал перерывчик небольшой. А вот теперь можно как бы продолжить. Так, почему-то я думаю, что нужно опустить вот ее. Потом что-то я делать с этим. Вот. Да, вот так вот. Вот. Все это поднимается вверх. Теперь, если я не ошибаюсь, теперь нужно просто толкнуть. Поджигать. Если, конечно, я смогу принести огонь. Здесь ниже ребята, да, конечно, здесь я служену. Наверное, нужно доглаживать. Вот здесь. Так, второй. Переиграем. Давайте же. Потому что я вот неправильно сделал. Сейчас сделаем так, как надо. Конечно, сразу нужно было подпалить, а потом... Сейчас посмотрим, давайте, получится ли как в ближайшем. Если выйдет, то... Да, очень хорошо. Конечно, не факт. Вот. Поджигаем. Теперь вот там... Получилось.
Как он здесь оказался вообще? Так вот мы это сделали. Название Том Райдер нам высветило. Все-таки, конечно, интересное приключение Лары Крофт. Давайте спустимся вниз. Вот я думаю, что, наверное, туда нужно. Шлюпка. Но где же все? Так, клуб острова нужно. Ну, давайте. Так, ребята, давайте вот я скину немножко графики. Не знаю, а нет, нельзя в игре, да? Да, не получается. Ну. А нет, есть вот настройка изображения. Чтобы у вас там. Может быть, и показывает, в принципе, нормально. Но мне здесь немножко неудобно так реагировать. Как-то немножко тормозит. Вот. В принципе, немного снял. Только вот так чуть-чуть. Все будет работать просто отлично. Мне кажется, Дюна сейчас упадет. Боже.
здесь. Что-то ее вообще не прет, конечно. Сэмми! Значит, они прошли здесь. Так, мы нашли. Осталось только все, кажется. Ох ты. Есть кто в связи? Ответьте! Да, я бы так бы, наверное, не выжил бы, чтобы без ресурсов, без вообще ничего, не знаю. В принципе, это же игры фантазии. Знакомьтесь, перед вами будущее светило мировой археологии Лара Крофт. За работой. Сейчас она занимается поисками страны Яматай, которой правила Пимика, императрица Солнца. Она же моя прабабушка. Сэмми, это не смешно. Знаю, дорогая. Просто хочу немного разрядить обстановку. Все уже на пределе. Что тебя так напрягает? Я близка к разгадке, это точно. Но не знаю, станут ли они меня слушать. Да и надо ли меня слушать. Лара... Ты прекрасно знаешь, никто не разбирается в этом лучше тебя. Я сейчас абсолютно серьезно. Я верю тебе. Рот верит. Разве этого мало? Все, хватит, перерыв. Я хочу выпить. Окей, окей. И Сэмми, спасибо. Она не всегда такая зануда. Давай, подожди, Сэмми! Ну, я несерьезно отношусь к экспедиции. Не говори так, Лара. Нас финансирует не только семья Сэмми. Я рискнул всем состоянием. Ну, все чем-то рискнули.
Нас не будут финансировать вечно, Уитмен. И поэтому мы должны идти на восток, а не на запад. У нас нет данных. Нет данных, что Яматай так далеко на востоке. В книгах об этом ни слова. Но авторы этих книг не нашли Яматай. Я уже обсуждала это с Ротом. Нет никакого смысла идти по чужим стопам, доктор Уитмен. Я не готов поставить на карту репутацию. Напомню, я здесь ведущий археолог. Давно были в экспедиции без софитов и камер? У меня 30 лет опыта и 2 научные степени. А ваше дело — лодка, мистер Грим. Корабль, доктор Уитмен, корабль. И это и без степени. Слушайте, видно. Строго на востоке лежит треугольник дракона. Именно туда нам и надо. Лара, птенчик мой, я пойду за тобой хоть к черту, но там плохая энергетика. И страшные бури. Просто ерунда. Но я с вами. Легенды гласят, что императрица Пимика умела вызывать бури, а в мифах обычно есть доля истины. Что если Яматай находился прямо в треугольнике? Вот, смотрите, спутниковые фотографии треугольника дракона. Мне это не нравится. Да, вода, значит, пройдем. Неужели вы это Хватит? Серьезно? Рейс права. У нас нет денег на безделье. Сейчас или никогда. Лара, привяжу идею и план. Я здесь капитан, и мне решать. Мы идем в треугольник дракона. Что я тут делаю? Нельзя сидеть на месте. Нужно найти какую-то еду. Так, что же мы будем искать теперь? Поесть. Нужно что-то, да, если это правильно понял. Что здесь происходит? Стоп. Лук мне пригодится. Так, опять идеи. Здесь вот так вот. Вот. Я справлюсь. Посмотрим, в каком он состоянии. Просто вспомни уроки Рота. Ты можешь владеть самыми передовыми технологиями в мире, но это ничего не значит, если ты не умеешь сосредоточиться. Это ключ к успеху. Вот. Я хочу есть. Я должна найти еду. Вот здесь сидели, я давайте пособираю. Охотимся. Ага, вот нашел. А испугнул, конечно. Блин. Да ни к черту охотник из меня. Стоять. Вот, есть.
где-то из 10-го выстрела попал все-таки. Прости. Все, пора в лагерь. Лара, при тебе не всегда будет крутой гаджет, который подскажет тебе, где ты находишься. Научись читать землю и звезды, и ты всегда найдешь дорогу. Да. Когда нет навигации, сложно, конечно. Так, мне навыков, используйте полученный опыт в развитии способностей. А, так, усвоил уже какое-то я умение. Ага, я могу усвоить одно умение, да? Так, давайте вот посмотрим, что здесь. Вы получаете больше опыта за разделку животных и тайники. Пещеры. Так, потом вы тщательно осмотрите ящики в поисках запчастей. Какие мне выбрать? Так, это я еще не. Так, запасы лучников не брезают, забирают стрелы. Ну давайте, вот будет вроде мне оружие, что ли. Мастер выживания. Так, еще здесь есть охотник и боец. Так, это навыки. Что я здесь еще Конрад Рост, капитан Энфьюран. Наш корабль разбился у острова в треугольнике дракона. Рот! Лара! Ты жив! Спокойно, спокойно. Как ты? Что с тобой случилось? Я помню берег. Потом темнота, и я очнулась в пещере. Там был какой-то сумасшедший Рот. И мертвец. Боже. Где ты сейчас, Лара? В безопасности? Мне было так страшно. Это я во всем виновата. Только я... Лара, слушай меня. Я успел послать сигнал бедствия Сент-Юранс, прежде чем покинул корабль. Надеюсь, кто-нибудь его принял. Мне удалось связаться с остальными. Все сходимся ко мне. Пожалуйста, забери меня. Я должен оставаться здесь. Ты справишься, Лара. Помнишь подъем на Сноудон? Ты тогда сказала, главное помнить, что нужно идти дальше. Найди путь на гору через развалины. И не выключай рацию. Хорошо. Так, найдите выход из леса. Давайте же поищем. Ага, вот подсвечивает нам. О, дверь открылась. Эй! Эй! Есть там кто? Наверное, это и есть проход. Черт!
это за символы? Какие там малюнки. Что я делаю? Походу здесь одни вот сколько просидел утопленный или что-то вроде этого. Боже, это безумие. Раз подряд просто нажимать, и вот оно будет. Теперь вот сюда, вот так вот. Сэмми? Им нужно идти по тропинке. Она поднимается в гору. Поняла? Да. У нас костер. Ищите дым. Уже идем. Лара, ты жива? Сэмми, слава богу. Сюрприз. Все нормально, он один из нас. Прошу прощения, если напугал. Здесь кто угодно испугается. Мы говорили с вашими людьми. Они уже идут сюда. Вот, он перевязал мне ногу. А, ну хоть чем-то помог. О, где мои манеры? Простите, я Матиас. Когда-то был учителем. Но, боюсь, для жизни на острове я мало пригоден. Дорогая, ты устала? Садись. Да. Сэмми как раз рассказывала мне об императрице Солнца. Да, о Пимика. Расскажи еще. Мне интересно. Ну, хотите верьте, хотите нет, но пару тысяч лет назад императрица Пимика была владычицей Японии. Она любит об этом рассказывать. Пимика была красивой. Загадочной, но властной и безжалостной. По легенде, она владела сверхъестественными силами. А здесь обычно я перестаю слушать. В мифах всегда есть доля истины. Она командовала армией воинов-самураев, штормовыми стражами. В битве они оседлывали сам ветер и сокрушали всех врагов. Говорят, что солнце всходило по приказу Пимика, и она правила всем, чего касались его лучи. От гор... Сэмми? Матис? Сэмми? Сэмми? А, черт! Давайте я... Вот игра.
речи звуки давайте сделаю чуть погромче, чтобы было вам слышно. Сразу скажите, не могла смотреть под ноги. Обязательно нужно было вставать. Рэя! Я на Саару! Ну-ка. Я скучал, птенчик. Хорошо, что вы здесь. Сэмми с вами? Она с тобой была? Она была здесь, с этим Матиасом. Но я отключилась, а проснулась, их уже нет. Девушкам нельзя гулять одним. Надо их найти. Стойте, а как же Рон? Так, ладно, мы разделимся. Кто-то пойдет с Ларой навстречу Роту, а остальные разойдутся и поищут Сэмми. Я с ней. Нет, я с ней. Пользоваться-то умеете? Когда-то умел. Думаю, вспомню. Идите к Роту. Мы найдем Сэмми и этого Матиаса. Ты как, ничего? Вроде да. Передохнуть бы пару минут. Ну вот, посиди здесь. Я... на разведку. Ладно. Да, и вот скажите, неплохо. как она вообще вот сумела, то есть нога вообще крови нет, не повреждена, просто фантастика, конечно, ребята. Поджечь нужно. О, у меня нет. Нет ничего подходящего. Лара! Сюда! Я кое-что нашел! Мне это не нравится. Поднимайся на холм! Ищи большие ворота! Только так сделаю, давайте заберем. Она уже максимум ушла. Блин, ну... Я вообще... Что-то вообще ничего не понял. Как меня вообще так вот так зажали? Я вообще в шоке, конечно, ребята. Ворота!
Так, где эта псина? Вот так вот. Надо предупредить о волках, доктор. Все чисто! Иди сюда! Здесь что-то есть. А, вот это потрясающе. Конечно. Два совершенно разных. Это великолепно. Я видела такие. Да? Похоже, ритуальные. Эта женская фигура особенно интересна. Кажется, это сделали недавно. Несомненно, островитяне. Судя по всему, они тоже потерпели крушение и выжили. Замечательно. Да, надеюсь, мы не станем убийцами, как они. Попробуй справиться с другим. Здесь нет рукоятки. Вместе. Черт. Нет, так не выйдет. Нужно найти что-то покрепче. Может, тут что-нибудь найдется? Невероятно. Ой, блин, ну что же поискать? Изображение солнца. Что же это может быть? Солнцепоклонники? Собирать оружие нужно, да? Видите, 50 запчастей. Пойдет, но надо найти еще. Вот, 10 я уже нашел. Вот, лишних. Стали поклоняться древней японской богине солнца. Вот что мне нужно. Еще немного. Так еще один нужно найти. Сложновато будет. Постараемся это сделать, найти. Вот, нашел. Так, этого хватит. Посмотрим, что тут можно сделать. Заодно. Так, вот. Этого хватит. Собирать будем заодно. Вот. Отстрели. Стрелы пополнили. Вот. С чего же начать? Ладно. Я Лара Крофт. Археолог с научного судна «Эндьюранс», разбившегося у берегов этого острова в треугольнике дракона, к востоку от Японии. Это очень странное место. Я видела обломки кораблей, которым уже сотни лет. Мы здесь не первые, и, уверена, не единственные люди. Совершенно очевидно, что на острове происходит что-то неладное. Если мне не удастся выбраться отсюда, может быть, кто-нибудь найдет это.
Вот такая вот история. Каждый раз мы будем вот такое вот слышать. Так. Вот 50 запчастей взяли. Вот туда я уже не пойду назад. Или пойти. Ну ладно, пошли. Заберем уже, чтобы несколько раз не, вот, не возвращаться. Я чувствую, что сейчас где-то опять волки выйдут. Даже такие твари вот. Здесь их нет, 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 а потом вот. Знаю, зачем они здесь. Они просто так, это точно. Скорее всего, для каких-то вот улучшений, наверное, вот что-то в этом роде вот так вот. Так, теперь уже вот можно идти к тому доктору, археологу. Волков нет. Единственное. Вот подоза. Ну, Лара, попробуем. Давайте, доктор. Ты готова? Женская фигура на воротах. С учетом возраста символов, это может быть императрица Солнца. Пимика? Уж не Сэмми ли вещает вашими устами, доктор? Ну, Пимика обладала властью. По легенде, сверхъестественной властью над стихиями. Бывает, женщина обладает такой властью, что за это ее называют ведьмой. Ничем нельзя пренебрегать. Даже тем, что кажется иррациональным, нам предстоит узнать о нашем мире еще очень многое. Вы говорите, как мой отец. Из всего этого выйдет отличный сюжет, Лара. Если только мы сможем выжить. Это Пимико! Смотрите, котел, свечи. Неужели ей до сих пор поклоняются? Этот остров когда-то был частью Яматая. Ты была права, Лара. Затерянная империя. Это как найти Атлантиду. Но это реальность, доктор Уитман. Перед нами не легенда. Перед нами золотая жила. Эй, идем, там ваши раненые. Да, и, возможно, ими. Стоять! Нельзя верить! У вас же оружие. Я не хочу неприятностей. Нет. Мы пойдем. Нет. Но я требую отвезти нас к вашему главному. Что вы делаете? Спокойно. Нет. Я разберусь. Нет. Нет. Не надо. Пусти. Не спорь. Не спорь с ними, Лара. Делай, что они говорят. Дай мне пистолет. Иди. Пошла. Кто вы такие? Что вам нужно? Тихо! Лара! Начнут воздухать, мочи их! Не трогайте их! Тихо! Не надо! Я сказал, а ты ведь
Хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру. Не трогай ее! Не смей! Лара, беги! Нет! Нет! Окружите! Окружи! Только попробуй рыпнуться. Мочите их! Эй, приведите пленницу! Уже иду! Если эти не захотят сидеть тихо, вали всех! Ух ты, ты. Кто там? Ее сестра! Ищи ее! Там! Вон еще! О, боже! Почти всех перебить. Лох, нам сейчас не хватает людей. Эй, девчонка пропала! Ищите ее! Ладно. Выходи! Выходи! Что видишь? Думаешь, прячешься, кукла? Решила со мной поиграть? От меня не уйдешь. Эй, ты! Выходи давай! Лучше не зли меня. Я всех всегда нахожу. Блин, я что-то вообще просто не понимаю, какую кнопку нужно жать. Выходи давай! Лучше не зли меня. Я всех всегда нахожу. Ты тоже бойкая сучка. Блин, было бы хорошо, если бы просто показывал, какую кнопку нужно нажимать. Выходи и вот и давай. Всё. А так вообще непонятно. Не зли меня. Я жму просто он случайно и все. Вот и все. Ты тоже бойкая сучка. Убить его!
Еще одна! Взять ее! Вперед! Она мертва? Не знаю! Давай! Выходи оттуда! Бежать некуда! Пушка! Так, мастерски это сделали. Вот и Кунин, наверное, тихонечко вот играть. Блин. Погибаю, как видите, просто на элементарных вещах. То есть непонятно, что я делаю. Что здесь у нас? Бумажник, разрезанный телефон. Дрянь, как всегда. Что, опять танкер? Нет, какой-то научный корабль. А? Что у вас там? Все в порядке? Патроны у меня на максимуме. Лара, ты на связи? Да. Я вижу дым из развалин. Ты в порядке? Боже, Рот, это кошмар. Тут убивают. Что? Кто? Люди. Не знаю зачем. Нескольких я сама убила. У меня не было выбора. Это всегда нелегко. Пугает, что как раз было легко. Предупреди остальных, Рот. Не думай сейчас об этом. Сделай все, чтобы добраться до меня, Лара. Хорошо. Какая-то коробка. Кто же оставил их здесь? Нужно идти вот туда наверх. И вот сюда, вот вниз, какие-то вот я пещеры вижу. июля 1982 года. Прошло уже несколько дней, как разбился самолет. Мы во второй раз попытались выбраться отсюда на лодке. И опять неудача. Почему-то я знал, что так и будет. Как и тогда, поначалу спокойное море внезапно заволновалось. Стоило нам выйти на открытую воду, сразу поднялся штормовой ветер, а с ним пришла чудовищная волна. Нашу спасательную шлюпку, как игрушечную, силой вышвырнуло на берег. У нас еще два трупа.
и один тяжелораненый. Ему уже не помочь. Вот такие истории вы можете, конечно, полностью слушать. Я не буду их как-то слушать, ничего. Ведь моя основная задача пока что пройти Tomb Raider. Новости с западного побережья. Похоже, небольшая группа скрылась в нижнем перелеске. Наверное, машин туда охватит. Здесь нужно... Где-то рядом. Ищите. Хватить или убить? Убейте. Здесь слишком много мороки. Так, что пожечь, нужен огонь. А, вот. Вы двое. Проверьте там. Понял. Что дальше? Не думаю. Вот, оно, господи, уберись в ней! Да, черт, метко стреляй! Я выкурю ее, ребята! Ух ты! Что-нибудь знаешь об остальных? Ничего.
Постой, что ты делаешь? Волки утащили рюкзак с едой. Передатчик со шлюпки тоже там. Если его не вернем, не выберемся с острова. Но тебе нужны бинты, морфии, антисептик. Все в рюкзаке. Черт. Да уж, помоги мне. Идем. О, нет. 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 Ах, только не это, пожалуйста. Так. Сейчас. Рюкзак где-то там. Ну так, давайте, ребята, вернем. Вот он там что-то такое вот. Тоже меня интересует вообще вот. Так, ну, наверное, потом это все будет. Давайте сначала. Туда как-то подняться, ребята. Блин, а как это вот все вот? Эти руины периода Камакура. Это тоже была часть Иматая. Так, что тут туда вот забраться, а вот по крылу походу. Потому что я думаю, по-другому, наверное, никак. Да, что-то я...
здесь ресурс давайте возьмем. Не знаю, конечно, зачем они мне. Возьму их. Вот здесь еще есть. Так вот нужно вот сюда здесь лезть, только надо активировать. Блин. Что же делать? Опасно немножко, потому что волки вот. Вот так. Мне нужен только рюкзак. И все. Вот он. Так, теперь нужно вернуться к роду. Напоролся, конечно. Блин, что-то я не так делаю. Я вообще не понял, что я делаю так. В принципе ж и... Что, нужно идти что ли в другую сторону? Давайте вот сюда пойдем. Нет, в принципе, и не сюда. Один выход здесь. Я что-то не могу понять, что я вообще не так делаю. Нажимаю кнопки. Те, что вообще нужны.
Видите? Просто я вообще не понимаю. Блин. Ладно, будем пробовать. Может. Сейчас никак. Наконец-то, а то я уже начал волноваться. Я ее в первый раз делал то, что нужно. Вообще не понимаю, в чем, конечно, была проблема. Неплохо. Где такая юная леди могла этому научиться? Мне приходилось постоять за себя. Волк ничто против разбитой бутылки. А, он у тебя? Прекрасно. Итак, я полагаю, наш план доставить его на радиовышку? Да, так мы сможем послать сильный сигнал во всех направлениях. Послушай, Лара, нам нужно послать сигнал бедствия, а я не скоро встану на ноги. Да, я боялась, что ты это скажешь. Ты справишься, Лара. В конце концов, ты же Крофт. Боюсь, я не та Крофт. Именно та. Но пока этого не знаю. Понадеемся, что я быстро учусь. Прошу, береги себя, Лара. Сначала испытай ледоруб вон на той скале. Вот так. Так, ребята. Вот как я и думал, вот это что плазать. Просто у меня не было подходящего инструмента. Сюда можно залезть. Теперь он есть и.
какую-то гробницу я нашел. Здесь она едет. Давайте же осмотрим. Кто-то я доберусь, конечно, до последней точки для сохранения. И думаю, на этом первая часть прохождения Tomb Raider завершится. Гробница — это побочное задание, то есть они главным не относятся, поэтому здесь можете не переживать, а как бы так вот здесь можете видеть, сохраниться можно. Золоченые фигуры, двор императрицы. Уловки. Жертвоприношение, убийство. Нигде нет сведений о таких обрядах Яматая. Возможно, их просто уничтожили. Вот куда нам нужно было подняться. Так, уже еще как-то в город подлететь. Ну как? Так. Понял, в любом случае не получится. Задали мы все. Возможно, это возвели в честь ее жриц. Невероятно. Ух ты. Так, ребята, мы прошли одну гробницу. Надеюсь, все вам помогло. Мое прохождение. И вы сами себе, ну, сами когда будете проходить, сможете уже спокойно пройти этот момент. Так, а теперь нам нужно выбраться. О, вот карта. Нам вот сюда нужно, да. Здесь такая панелька. Я не знаю, долго я ли буду еще играть, но думаю, к следующему сохранению или вот такому, вот такой точке ключевой дойду и будет все. Какие-то координаты? Он хотел, чтобы их нашли? Так, продолжаем проходить основную
часть карьеры. Вот здесь остановились и нужно бежать дальше. Вот давай зайдем внутрь! Рейс, вы где? Нашли Сэмми? Мы еще идем по следу. Хорошо. Я собираюсь послать сигнал бедствия со старой радиовышки. Что скажешь? Лара, тебе нужно найти радиопульт. Это такая штука. Выглядит как куча старых переключателей. Поняла. Как найду, сообщу. У меня плохое предчувствие.
Говорю тебе, Рейс, все дело в механике, а не в электрике. Давай уже, Алекс. Черт. Проблема однозначно где-то в электрике. Ах, вот как. Ух ты. Рейс, а это что за милый лисенок, а? А, что, симпатичная? Очень. Это Алиша. Алиша? Класс. Дочка моя. Ей 14 лет. И она уже умнее тебя. Видимо, в папу пошла. Не слушай его. И ты бы... Да, займусь делом. Это точно электрика. В папу пошла. Ничего. Ну, был я на озере, на ночной рыбалке. Эй, Грим, пора задрать люки. Да-да, иду. Ну вот, значит. И вдруг эта тварь высовывается из воды и прямо рядом со мной. Ну, я и боднул ее в лицо. Удар головой он всегда выручит. Я неделю в себя не мог прийти. И с тех пор капли в рот не беру. Увидимся за обедом. Да. Ну, хорошо. Так, давайте снимем ролик. Спасибо. Доктор Джеймс Уитмен, эпизод 15, дубль 3. Мотор. Итак, теперь крепко ее хватайте и вспарывайте брюхо. Вот так. Не торопитесь. О боже, стоп! 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 Он вернется? Я его приведу. Археолог с мировым именем. Исследователь. Сам, как редкая рыба. Вы же всемирно не буду известный я спарывать археолог, брюхо доктор Уитмен. Редким рыбам. А это просто рыба. Да что значит просто рыба? Будь трижды проклят этот твой натурализм, Сэмми. Я призван нести людям культуру, а не обеды. А, без обид, Иона. Зрители требуют контента, доктор Уитмен. И вы это знаете. Пока мы не нашли затерянную империю, нам нужны такие эпизоды. Давайте попробуем еще раз, окей? При монтаже мы сделаем из вас Гордона Рамзи. Доктор Джеймс Уитмен, эпизод 15, дубль 4, мотор. Итак, крепко ее хватайте и вспарывайте брюхо. Вот так. Я столько просидела над ними, что когда закрываю глаза, вижу эти карты. Но если я не права, и Яматай не в треугольнике дракона... Помню, как ты нашла это в раскопках отца. И прибежала показать мне в своей пижамке с пингвинами. Мне было 5 лет. Первая находка. Да. У тебя есть интуиция. Доверься ей, девочка. Отец любил так говорить. Он всегда доверял интуиции. Плохо это или хорошо? Он бы гордился тобой, Лара. Мы приближаемся к буре. Ну... Мы справимся со всем, что нас ждет. Ну что, Лара, соберись. На тебя надеяться. Так, ну что же, на этом, думаю, будет все. Вот, было сохранение. В следующий раз вот, начнем мы уже с этого момента проходить дальше Tomb Raider. А на этом, думаю, первая часть. На первой части будет конец, вот. Именно с этого момента. Что ж, спасибо вообще за просмотр. Конечно, извиняюсь, что сколько раз вообще погибал. Просто нелепых таких ситуаций. Но будем стараться в следующие разы быть как можно лучше играть, чтобы не так легко вообще погибать. Так, с вами был No Rules. Это канал Game No Rules. Подписывайтесь на него. Также заходите вот на мой сайт. Вот недавно он появился. Называется он World Torrent.
www.freeoda.com. Ссылка будет в описании под видео. Заходите, там вы сможете найти игрушки, чтобы скачать. И также сможете найти все прохождения, которые я уже снял и выложил на YouTube. Ну, конечно же, вы можете на канале найти. Если заходите, то и на сайте, там будет, там, скажем так, будет интереснее. Ну что ж, подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. И всем пока, до новых встреч.